Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Петр Шепель и Вера Курочка вновь вернулись на проект, чтобы принять участие в съемках шоу «Клуб веселых дураков». Сергей Захарьяш и Лилия Читрару в очередной раз подрались. После драки у девушки случился приступ эпилептического характера. Она упала без чувств, чем напугала не только участников, но и съемочную группу. Когда Лилия очнулась, долго не могла понять, что происходит вокруг, а также не могла вспомнить события последних часов. Скандал же начался из-за того, что Сергей вспомнил танцы Лилии в стриптиз-клубах и в очередной раз стал обзывать ее продажной женщиной. Саша Черно осознает свои ошибки, которые она допускала в отношениях с Иосифом Оганесяном. Она понимает, что Иосифу было тяжело жить с человеком, который постоянно кричит, истерит, бубнит и не дает свободы. Черно обещает, что если они сойдутся вновь, то отношения будут в корне другие. Дима Талыбов рассказал, почему он расстался с Татьяной Мусульбес. «У нас нет чувств», – пишет он, – «она ничего не делает, только спит весь день, ведет себя как амеба. Я же хочу страсти». Марина Африкантова уже вернулась на поляну. Ольга Бузова получила специальную премию от музыкального канала Russian Music Box. Ольга мечтает о том, что в следующем году наград будет еще больше. В сети обсуждают фото с выступления Бузовой, на котором у нее очень неуклюжая поза. Но Ольга не обращает внимания на критику окружающих, а также на откровенные насмешки. Антон Гусев и Вика Романец, которые тайно расписались в ЗАГСе 17 августа, в интервью рассказывают об этой церемонии. Вика оставила свою фамилию, они основательно подошли к выбору обручальных колец, украшения обошлись им в 500 000 рублей. Ольга Рапунцель вышла в очередной эфир Инстаграм. Она рассказала о разладе с мужем. Дима Дмитренко вынудил уйти ее из дома. Ольга находится в гостинице и боится возвращаться. Причиной ссоры послужило то, что Ольга нашла телефон Димы и узнала, что он переписывается с молоденькими девушками. Они даже обменивались интимными фотографиями, и Дима назначал им встречи. Рапунцель собирается подавать на развод. А Дима заявил в таком случае, что будет платить ей 3000 алиментов. Татьяна Владимировна Африкантова в прямом эфире Инстаграм продолжает делиться с подписчиками подробностями своей интимной жизни. Она рассказала о том, что биологическую жидкость своего мужа она употребляет внутрь, ведь это лучший источник витаминов. Главное здесь правильно выбрать партнера и не развлекаться со всеми подряд. Также она раскрыла еще один секрет знаменитого ковшика. Она сказала, что в этом деле не лишним будет заход в пятую точку, после чего ни один мужчина не устоит и никогда не пойдет налево. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.